И всем привет, ребят, меня зовут Андрей, и добро пожаловать в игру Underhell. Мы притворяемся с того же момента, там же им, собственно, свели. В прошлой серии мы собрали Сайфер, и он нам реально помог, потому что мы можем с помощью него продвигаться на другие территории, которые требуют только обратного действия от нас. Так, вот этот, ядро, потом транзит. И теперь выход. Трехсот человек. Охренеть. Захари Тильман, охрана. 3 сентября 2013 года. Не знаю, сколько еще сможем справляться с ситуацией. За последние 12 часов мы не получили ни одного приказа, а сегодня потеряли еще 11 человек, или 17, и 17, скорее всего. А за последние 72 часа, вот даже. Эта дрянь распространяется. Делаем, что можем, чтобы сдержать ее. Разделили всех на маленькие группы со связью через охранников и свели к минимуму контакты между большими скоплениями народа. Людей мы потеряли не только из-за инфекции, некоторые, похоже, просто пропали. Может быть, они решили, что удача улыбнется им. Все-таки тут все заражены. Вашу мать. Нам хана, ребят, нам хана. Мы пришли отсюда. Ресторан, медицинская кафетерия, надо исследовать. Чую. Так, пойдем направо или, ой, направо или налево. Ноутбуки ультра. Пойдем налево. Ой-ой-ой. Режим гопника включен. Хрен. А типа остальным всем насрать на все? Фальшфейеры мне не нужны к чертовой матери, они от них столько шума идет. Ни хрена себе тут этажей! Вау. Прачечная. Здесь можно, в принципе, вот за эту фигню сныкаться, и тоже режим гопника включен.
Судя по музыке, мне кажется, что сейчас меня ждет дикая порция противников. О, нет. Вашу мать. Бом-б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 ом. Чувак, можешь тебе дробовик подарить? Ох, как их рвет-то хорошо. Во, вставайте кучкой. О, минус 3 одним выстрелом. Да-да-да, заходите. Вот, хорошо. Ты что, там ноутбуками дорогими не кидайся из-за не меня. Мол, один ноутбук продать из-за меня такой, и вообще радость полная штаны будет. Ну, покушаем. Даже ко мне маска сюда залетела. Точно больше никого? Ну да ладно, поверю. Дубинка? Попу дубинку засунь. Я ожидал. Дружище, ты там чё, один убегаешь? Вот и все. Карта. 9-я. Упустили карту от уровня первого жилой зоны. Теперь, значит, по лифту, да, я могу подняться? Бежим гопника. О, патроны. Не знаю, куда это меня вывело. Здесь ресторан. Банан. Hello? Are you? God, you're alive. For a second there, I thought you. Are you here to rescue me? Should I follow you? Because I'm last guy I followed tried to kill me and you. You know. Ну, я могу тебе доверить оружие. И что я тебе и сделаю. Так, ваше любительское оружие. Можете подобрать и с него стрелять. Несложно. Не. Так, парниш, пойдем отсюда быстрее. Поломал тут все, покрушил. Потому что мое дело сейчас совершенно другое, если ты хочешь из тебя жить. Поперли. Только не удивляйся, что это вертолет. Сайфер.
Сайфер летит. Сайфер, привет. Спасибо. Хороший Сайфер. Хороший, да. Так, тут мы уже сохранялись. Потом тебя еще и обратно. Потом мне еще и обратно бежать. Дойдите вы в пень. Что? У меня опять текстуры полетели. Это пока что закрою. Все, идем. Пойдем, я закрою этот, ну, сейчас перезапущу быстренько. Сейчас отведу, перезапущу. Восстановлю, так скажем, текстурки, чтобы они были нормально работали. Что это за слово такое, блин? Свои, дружище. Well done, Jake. Че, как оно у вас? How you doing? Отлично. Ты-то как, живой? Keep your head down, man. А, спасибо. Hey, how you holding up? Да потихоньку. Ты-то тут как? Вообще молчишь, боишься. Ну, ты мне сейчас нахер пошлёт. Опять этот чёртов взгляд. I don't know how this thing spread through all the security systems. It makes no sense. Well, would you look at that? What? What have you found? Oh, just unlocking some files on the network. Thanks to my little programs that Jake brought me so nicely. And nothing. Well, nothing substantial for the moment, but I did just manage to unlock this folder that has been previously resisting my charms. No one can resist Ben the Unbeatable forever! Well, I'm glad we finally got access. Let me know if you find anything else that can help. Will do. This should be a lot easier than normal. We need to access those elevators. I know for a fact that you need a special card for that. Maybe one of the survivors will have one. Or maybe they'll know where to find one. Ну, у меня уже есть одна ключ-карта. Так, куда там новенький? Новенький присел, прижился. Где-то здесь? Hey. Чего? Ты тут решил прижиться? Опять твое любимое место туалета? Чёртов взгляд. Ладно, сохранимся. Водички еще попьем, что нам здорово жизнь восстанавливает. И будем топать длинный-длинный путь обратно. Слушай, может нам наверх? Сейчас нас наверх пустит, я не знаю. Тварь. Блин, ну я хотел соду. Кажется, мне здесь небезопасно. А, да, текстура, извините, сейчас, минуту. Все, вот так проще. Так, стоп, туда. Стик я подобрать не могу. Печально. Бум! Чё? Показалось, что там кто-то есть. Что, я уже кто? Наркоман.
Да, привет, Сайфер. Да не, можешь не лететь. Иди там с другими общайся, со своими дружками. Я так попутно. Отлично. Что? Окей. Лифты у нас находятся. Понятно. Твою мать. Пришел, называется. Я, кстати, буду радио воспользоваться. Он реально помогает. Чувак! В этот раз вас... Блин, вы тут вообще в шлемах. Ну хоть шлемы подарили. Кстати, а где они? А? От фруктов я не откажусь. Так, ну мне сюда, по сути. Надо найти ключ-карту на втором этаже. Во, мудак. Где здесь карта? Отлично, надо будет уже возвращаться, мне кажется. Вернуться. Дать ему приемники или же нет? Ладно, давайте пока тут побегаем, все равно нам придется при любом возвращаться. Ладно, такие двери хрен выбьешь. Чё? А, не, на первом этаже все бегают. Не насрать на них. Нет, не на первом. Окей. А не, он на сейка, на первом этаже бегает. До свидания. Так, еще там кто-то бегает. Ой, здравствуй, касатик. У тебя можно из топора. Хера ты кидаешься?
Во наглый. Вот и нам ключ-карта нашлась старого уровня. Хорошо. Захари Тильман, охрана 13 сентября 2013 года. Только что получил приказ. Код красный. Мы уже начали процедуру, не так уж и много выживших надо обезвредить. Нужно придумать эффективный способ разобраться с бандой. Они хорошо вооружены и организованы. Это будет непросто. Код красный. Так вот. Что ж, ну а с вами был Андрей, это была игра Underhill. Я тогда сейчас, наверное, попутно следующей серии уткой начну. Я пойду к этому. Заберу эти FM-приемники со взрывчаткой. 26 карт, мы уже нашли половину, по сути, да? Неплохо. Значит, половину игры прошли. Ну, смею предположить. Ну, наверняка я там половину карт, полкарт пропускал, блин, и все. Ладно, ребят, всем удачи, всем пока, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Всем удачи!